Манифест миру мир. Экстрим кулин. Экстрим кулин. Досмотрено. А что я одеваю? Подожди. Надо ту хрень убрать. Ну это только не вставляй, пожалуйста. Ай. Как это не вставляй? А когда думаешь, я еще туфли твои сниму? Ну вот это не сниму. А, ну-ка. Привет. Чё? Ты же можешь потом? Я все могу потом и... Так, бери ножик, ножницы и давай вскрывай эту гребаную коробку. И все, ничего не говорить? Ничего пока не говори. Тут будет легкая, ненавязчивая Эротика. Музыка. Порнушка. Порнушка, да? Ну, если порнушка вставлю, что они... А, там кто-то написал, ну вот, ваше видео классное, а то уже порнушка надоела. Ну, Катька. Ну что это? Ну-ка. Ёлки-моталки. Так, ты его переворачивай полностью. И как бы, как карта. Все, вот делится мне вот так. И он как... Кстати, легкий? Ну да. Легкий корпус, корпус. Нет, ты его переворачивай. А что, можно? Конечно. Как будто картошку вываливаешь. Ах. Бабусь. Ёлки, мой щечка. Давай, снимай его. Соль хорошо. Все? Давай. Так. Ну, вроде так. Вроде так. Снизу сначала убираю, то снизу белую. Ну, не... Давай, я тебе помогу. Домашнее видео, как мне. Халяхо? Ну-ка еще раз. Как, так же сделать? Халяхо. Ну ладно, обратно. Ладно. Давай. Обратно. Перемотай. Угу. Да. Да, что у нас? Давай хоть когда-нибудь. Всем привет, с вами Катюша Камикадзе, и это Технокухня. Всем привет, с вами Катюша Камикадзе, и это Технокухня. Сегодня мы познакомимся с корпусом от GMC. Давай вот эту сдирай, пленку. Ты будешь снимать? Пленку. Ладно. Я, да, ну, не все? В кадр попадаю, да. Пленку там пометим. Ну, потом там с ними. Давай, говори и показывай. Давай, то есть, да. Типа, на камеру. Да просто, да вот. Обрати внимание еще на кнопку. Раз. Обрати внимание на кнопку. Обрати внимание на кнопку DVD-ROM, 3,5-дюймовый отсек, индикаторы, USB-порты, звуковые порты, кнопку перезагрузки и кнопку включения. Так, еще раз мне все это покажи. Так, стой.
Вот это куда они тебе убили? Это моя метла. Это моя ступа. Я летал на... Катя, убери это вообще. А куда я уберу-то? Ну, с кухни. А что она тебе? Давай так поставим. Она упадет. Так, сейчас мне все то же самое, да, скажи. Нет. Ну, как обрати внимание, но уже можно и не обязательно говорить. Обрати внимание на кнопку. Та-та. Вот. Та-та-та. Так, еще раз. Нет, ну ты это проговаривай все равно. Обрати внимание на кнопку DVD-рома. 3,5-дюймовый отсек. Так, индикаторы, хорошо. Эти, звуковые, порты, резет. Кнопку резет и кнопку power. Ну что ты, нажми на power, блин. Но оно же не видно. Видно, не видно. Нажала я сама так. Первый раз. Но это еще не все. Наверху, да? Наверху, сверху просто. Но это еще не все. Сверху имеется USB 2.0, USB 3.0 и кнопка вращения вентилятора. Еще раз покажи. Стой. Еще раз. Убери палец. Давай. И вот это вот, нет, туда-сюда ее. Рост снимаешь? Да. Да? Катя, давай. Полный рост? Или да, нет? Полный. Нет, Катя, ничего не показывай. Ну хорошо. Ладно, показывай. Ну и это еще не все. Видите кнопку push? Да-да-да. А ты что-то не смотришь? Я же потом еще раз. Ну хорошо, ладно. Ну и это еще не все. Видите кнопку push? За ней скрываются два 12-сантиметровых вентилятора. Но их не просто... Но их... Та же есть фильтры, но доступ к ним не такой простой. Также есть фильтры против пыли. Также есть... Стой. Все отсюда. Также есть фильтры против пыли, которые нелегко достать. Так, еще раз мне тут повтори это все. Кнопка push. Угу. Стой. Видишь, push. Еще раз покажи. Иван Городецкий. Теперь покажи мне вентиляторы сначала. И... Так. Саму сетку. Ты ее потереби, стой внизу. Ну как бы вот так. Ну, подвигай ее вниз вверх. Ты ее а как? А которая легко достать. Да, это. Да которую нелегко достать. А, нет, которую легко достать. Не, которую легко достать. Как оказалось? Давай. Которую... А, та же есть. Та же есть сетка фильтра против пыли, которую легко достать. Также есть противопылевая сетка, которую достаточно легко снять. И также легко... Короче, ты обратно делаешь. Против пыли такая огромная сеточка. Вот она не похожа на. Все? Угу. Позади корпуса ничего интересного нет, кроме кабеля USB 3.0. Отсека для блока питания, который расположен внизу, сбоку. Так же, что и ничего интересного нет, кроме блока питания. Так же, что может заинтересовать это дополнительный 8-й. Это отдельно, да, уже? Также, что может заинтересовать это дополнительный 8-й отсек,
на которые можно вынести дополнительные интерфейсы. Также есть и дополнительный отсек. Восьмой отсек, который можно использовать. Хорошо. Также есть дополнительный восьмой отсек, который можно использовать для выноса дополнительных интерфейсов. Также есть восьмой дополнительный отсек для выноса дополнительных интерфейсов. Так, ты мне покажи блок питания внизу. И вот этот отсек. Если его сейчас нельзя, то... Чешка, дополнительный. Все? Угу. Все, снимаешь? Угу. Они полностью раскручиваются. Угу. Ну-ка, что у меня? Ну, что ты... Дро... Комплектные болтики, бипер и удлинитель для процессора. Угу. Все. Давай. Тихо. В поставке имеются комплектные болтики, бипер и удлинитель для процессора. Так, теперь это мне покажут, смотри, болтики. Потом перевернешь. Бипер покажу, я понял. Бипер. И вот. Хорошо. Удлинитель. Все? Так, подожди, ты его сними тогда. Там хорошо. Завязочка. Можно так, наверное, да? Не открываем. Так. Так, болтики, ладно, бипер вытаскивай. Какой? Потаскивай бипер. Да не надо болтики вытаскивать. Окей, бипер. Ко мне поближе, запустим его, и так видно, что... Катюня. А ты его так сделай, чтобы он висел. Убери вторую руку нижнюю. На фоне зафир. Не вижу. Не. Ладно, давай. Так, удлинитель для процессора доставай, показывай. Угу. Сейчас по груди. Да. Она все стадо. Да? Ну как я сказал? Место. Ну ладно, давай. Все? Да. Ты чуть отсоедини, чтобы вот на солнце, то есть поверни его. Когда это можно? Когда будешь говорить. А, в смысле вот так? Ну, да. Может, давай. Просто я боюсь, чтобы он упал. Да, он пойдет, а что будет? Да? Угу. Давай, да. Еще раз. Вы можете видеть место под бэкплейт, это значит в системе... Есть кабель менеджер. Угу. Все? Угу. В отсеке вы можете видеть. Просто вы можете видеть. Ага, хорошо, все. Катя, давай. Можно я как-нибудь встану? Нельзя. Потом буду ногой, можно. Ну я не знаю. Ладно, ты влезаешь и так. Давай, Катя. Все? Угу. Вы можете видеть место под бомбой. Все. Я поняла. Просто он скользит. Может, кстати, вырез под бэкплейт. Угу. Все? Вы можете видеть место под бэкплейт, поэтому... Все. Вы можете видеть место под бэкплейт, значит, в комплекте имеется еще кабель менеджмент. Еще. Вы можете видеть место под бэкплейт, значит, в комплекте есть кабель менеджмент. Не в комплекте, блядь, а в корпусе. Ну хорошо. Добрый редактор.
Розетку за... Ну давай, а все, ее не видно, все. Давай. Вы можете видеть место под бэкплейт, значит... Значит, в корпусе реализован кабель менеджмент. Хорошо. Вы можете видеть место под бэкплейт, значит... Так, вырез, скажи все-таки. Вырез под бэкплейт. Разрез у тебя, а там вырез. Вы можете видеть вырез под бэкплейт, значит, в корпусе реализован кабель менеджмент. Так, отлично. Он скользкий. В системе... Нет, убери, давай. Сымитируй тяжесть. Что за звук имитируешь уже? Что там, заснула? Все так любят, когда ты это делаешь. Когда про сантиметры говорю. Прям так. Так, сейчас ее достанешь. В системе 3 посадочных места под жесткие диски. Потом, когда мы... Не доставай, да, пока? Лотки. Ты мне скажи, сейчас лотки. Что делать? Смотри, вот когда будешь доставать, будешь со столами. В системе есть 3 посадочных места по жесткой диске. Лотки расположены. Можно установить на любой уровень. Хорошо. Давай, уже все. В системе, включи. Да? Угу. Все? В системе есть 3 посадочных места. Лотки можно установить на любой. Да не так! Что ты барабанишь? Сначала достань ее спокойно. Потом, когда ее достанешь, будет лотки любого уровня. Угу. В системе есть 3 посадочных места. Лотки можно расположить. Для чего? Для винчестера. Ну, а где винчестер? Винчестер бутыл. Давай, давай. Все? Угу. Лотки для винчестера, да? Угу. Лариса Бузеева. Лариса Бузеева. Давай поженимся. Все? Угу. В системе есть 3 посадочных места для винчестера. Лотки можно расположить на любом уровне. Угу. Ко мне лобок. Ладно, ладно. Смотрите, какое отражение там. Анатомия, биология, да? Ну, давай скажешь, лотки пластиковые, никакие меры против вибрации не предусмотрены. Все? Угу. Лотки пластиковые, никакие меры против вибрации не предусмотрены. Угу. Все. Лотки пластиковые, никакие меры против. Давай, да. Лотки пластиковые, никакие меры против вибраций не установлены. Не предусмотрены. Лотки пластиковые, никакие. Катя, не тормози. Ну, ты мне скажи еще раз. Лотки пластиковые, никакие меры против вибрации. Не предусмотрены. Угу. Лотки пластиковые, никакие меры против вибраций не предусмотрены. Так, держи. И так медленно переворачивай. Полностью. Охуенно. Еще раз убери. С другой стороны ставь? Не, нормально, в какой тебе удобно. Давай. Ну раскручивай-то стол. Ну что мне мешает жить? Ну давай. А, ну раскручивать, да, с другой стороны тебе придется. Я же говорила. Что ты мне послушал? Все? Я тут там. Давай. Все? Давай все? Угу. Порно-техно-говно. Давай мне. Лотки. У меня есть синий пластик, лотки.
знать, как будто. Тяни на себя. Но ноготь не сломай только. Ты его, смотри. Его возьми одной рукой, приплюсни, а второй сзади тяни на себя. Вот так, а одной приплюсни к нему. Че он так? О, блядь, давай. Вот там, что за белая херня, убираю, где бэкплейт? Ну, бэкплейт этот. А, это не херня, это у меня, говорю. Это отверстие. Это эк. Так, ты с другой стороны рукой ко мне сделай, с другой стороны. Ногой не сделать. К сожалению, никакого места под бэкплейт нет. Никакого кабель-менеджмента нет. Есть только доступ к бэкплейту. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Только... К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Только... Есть только место под бэкплейту. Есть только доступ к бэкплейту. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Есть только доступ к бэкплейту. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Есть только доступ к бэкплейту. Еще. Доступ. Бэкплейту, задней пластине. Бэкплейт, задняя пластина. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Есть только доступ к бэкплейту. Ну, Катя, давай. К бэкплейту. Давай. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Есть только место. Все нормально. Успокоились. Вдыхаемся. К сожалению, мы ошиблись. Никакого кабель-менеджмента здесь нет. Есть только доступ к бэкплейту. В корпусе есть аж целых 5 вентиляторов. 2 спереди, 2 сверху. Стой еще раз, давай. Все. В корпусе имеется аж целых 5 вентиляторов. 2 спереди. Подожди, не волнуйся, Катюша. Я не волнуюсь, я просто думаю, какой они там стороны с меня, просто тут они слева. Уже тепло, замечаешь? Разогрелась. В корпусе имеется аж целых 5 вентиляторов. 2 спереди, 2 сверху, с боковой стороны и с боковой стороны. Блять, ну это же дополнительное, без ви, там точка даже. У нас, блин, целых 5 вентиляторов спереди, сверху, сзади. Все, точка. Потом это ставишь и потом продолжаешь. Но, типа, можно автономить. Плюс к этому можно добавить 2 вентилятора сбоку. Ну все. Все идет, съемка. В корпусе имеется аж целых 5 вентиляторов. 2 спереди, 2 сверху и позади. Нормально? И позади же? Ну, так, давай 2 спереди. 2 спереди, 2 сверху и позади. Итак, теперь эту херню убери. Угу. А также можно установить... Так, еще раз. Все? Угу. А также можно... Еще раз давай. Также можно... Еще раз. А также дополнительно можно установить 2 вентилятора сбоку. Еще раз. А также можно установить 2 вентилятора сбоку. Что, нет? Все? Угу. Под блоком питания имеется еще один пылесборник. Не спеши. Ты еще... Ладно, ставь. Обратно? Да. Как он стоял-то? Вниз эти. Вот эти туда, вот эти херушки туда, а это сюда. Нет, просто нарисовать смотрю, типа. Какой нахрен там? Ну,
Давай. А у меня разрисованы. Да, у меня разрисованы. Давай. Все? Угу. Ножки у корпуса пластиковые, а у меня разрисованы. Какие-то вены, наркоманки. Какие наркоманки? Еще раз покажи по рукой. Угу. Так, еще что? Еще. Ладно. Все? Прямо в цирке. И в цирк не ходи. Ладно. Все? Угу. В корпус вместится видеокарта любой длины. Угу. И кулер до 15 сантиметров. И кулер высотой до 15 сантиметров. И кулер высотой до 15 сантиметров. Теперь все то же самое. Покажи и скажи. А, по-моему, да? Ну, то есть без камеры. Да, ага, хорошо. Будто бы камера снимает. Верхние вентиляторы подключены к Риабасу. Задний имеет трехпиновый разъем. Передний – Молекс. Передний подключается через Молекс. Сейчас закрою. Передний подключается через Молекс. Так, закрою пока дверь. Пни кошку. Скажи, тут, блин, такие живодеры живут. Куда? Так, ты мне покажи сейчас. Стой, руку убери. Чё там? Грудь не украли? Сердце там. Сердце. Бьется. Давай. Молекс. Угу. Теперь я трёхпинку. Угу. Теперь вот эти. Стой. Угу. В целом, да, вентилятор? Угу. В целом вентиляторы тихие. Угу. В целом вентиляторы тихие, кроме верхних, для которых можно. Нет, передний вентилятор имеет красную подсветку. Это потом или нет, сейчас? Сразу. Давай. Ладно. Передние вентиляторы имеют красную подсветку. В целом вентиляторы тихие, кроме верхних. Но для них можно выбрать тихий режим. Либо вовсе отключить. Ну, отключай, там среднее положи. Все. Туда-сюда. Угу. Так. Выключи вообще. Так. Давай, в общем, скажешь. GMC. Hatch five. High five. Прекрасный вариант для домашнего использования. Для домашнего недорогого продуваемого корпуса. Да. Наша награда – золото. Хорошо, постараюсь. Правда же золото? Угу. Еще раз. GMC High Five. Угу. Встань за него. Стой! Тут, ага. Угу. GMC High Five легко… Ой. Прекрасный вариант для сборки домашнего компьютера. Это легко продуваемая модель. Все?
GMC High Five. Да, маленько подымешь каблуки снизу тоже. Чуть, не, я сказал совсем маленько, меньше. Так нормально, ага. А катушка. Хорошо, давай. GMC High Five прекрасно подходит для сборки домашнего компьютера. Это легко продуваемая модель. Наша награда золотом. С вами была Катюша Камикадзе. До новых встреч. Это современная или? Легко продуваемая модель, ага. Это современная, да, довольно вместительная. Нет, ну ладно, просто это современная, легко продуваемая. GMC. Не легко, а... Давай. Подожди. Хорошо продуваемая. Весьма продуваемая, ага. GMC. Что, еще раз? Все? Ты сдвинься все вместе сюда, чуть-чуть ко мне. Так. Нет, со столом. Ну ладно, ладно, так нормально. Что я как бы так. Все, чуть-чуть я сказал. Но я это подвину. Не надо подвинуть. И тогда я глядышь. Не надо. Все? Ты маленько назад. Чуть-чуть ногу подними. Угу. Все? Угу. GMC Hi-Fi прекрасно подходит для сборки домашнего компьютера. Это современная, легко, хорошо продуваемая модель. GMC Hi-Fi прекрасно подходит для сборки домашнего компьютера. Это хорошо... Продуваемая... О, современная. Это современная, хорошо. Наша награда золото. Да, да. Угу. GMC Hi-Fi прекрасно подходит для сборки домашнего компьютера. Это современная, хорошо продуваемая модель. Наша награда золотом. С вами была Катюша Камикадзе. До новых встреч. Так, выключи свет сейчас. На кухне. Ну, с другой стороны там. Первая? Угу. Нет. Черная. Какая черная? Черная? Нет? Угу. Вроде это, знаешь. Интимно. И тут Катюшка какая. Так, рукой сделай перед. Вот так. Ногой можно сделать? Можно ногой сделать. Еще чуть-чуть. Еще. Я не могу. Можешь. Другой? Можешь, чтобы каблук тут. Помедленнее, и не надо так сильно. Смотри. Включи теперь. Ладно, идем, идем. Сразу шум почувствовал, да? Передняя стенка сдерживает шум всегда у любого корпуса. Могу, можно убирать? Угу. Так, обратно ставь сейчас. Да убирай руку уже, блин. Снова выставь. В смысле, обратно? Да.